Президент Эстонии Кёрсти Кальюлайд рассчитывает, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве поспособствует диалогу между странами и развитию отношений на всех уровнях. Об этом она рассказала в интервью Эль. Она заметила, что имеется несколько уровней, на которых россияне и эстонцы могут и должны общаться и решать ежедневные технические вопросы. При этом пока рано говорить о том, что эта встреча что-то изменит, считает президент Эстонии. «Я надеюсь, что это приведет к диалогу, который будет по возможности искренним и распространится на все уровни, а не останется только на президентском», — заявила Кальюлайд. «Встреча с Путиным поможет ей узнать о России больше», — рассчитывает глава государства. При этом она пообещала следовать согласованным в ЕС принципам. Ее взгляды на украинский кризис, Крым и демократию в России и Москве хорошо известны, добавила Кальюлайд. Визит президента Эстонии в Москву состоится 18 апреля. Кальюлайд призналась, что детали ее поездки пока не спланированы. При этом известно, что она примет участие в открытии здания посольства Эстонии в РФ после ремонта, а также встретится с Путиным. На этом все. Канал Политгурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.